2020 год стал очень тяжелым для всех. Пандемия не только усложнила существование всего человечества, но и унесла жизни многих людей. Не стали исключением и знаменитости, которые не смогли справиться со страшной болезнью. Декабрь стал просто трагическим. В декабре не стало Бориса Плотникова, сыгравшего Барменталя в «Собачьем сердце», актера Самойлова, Гафта, Джигарханяна. Список можно продолжать. С коронавирусной инфекцией в клинику доставили актрису Ирину Муравьеву. 71-летняя звезда советского кинематографа Ирина Муравьева неважно почувствовала себя еще 2 недели назад. Тогда она пожаловалась на першение в горле, высокую температуру, головные боли и озноб. По имеющимся сведениям, уже на следующий день артистка сдала тест на наличие коронавируса. Тест ничего не показал. Однако ее состояние здоровья продолжало ухудшаться. В минувшую пятницу Ирину Вадимовну отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Медики уже поставили диагноз – пневмония и COVID-19. Известный телеграм-канал со ссылкой на источник в больнице сообщил, что артистку перевели на аппарат ИВЛ. Здоровье ее значительно ухудшилось. Сейчас врачи делают все возможное. Многое будет зависеть от ее организма. В аналогичной ситуации находятся композитор Александра Пахмутова и ее муж Николай Добронравов. Прогнозы по их выздоровлению крайне неутешительные. Врачи делают все возможное. В данный момент все зависит также от их организма. Редакция Андрея Малахова в экстренном порядке готовится выпустить программу «Прямой эфир», посвященную творческой паре. Нам остается только пожелать выздоровления Ирине Муравьевой, Александре Пахмутовой и Николаю Добронравову.